Всех поздравляю с открытием международной конференции, выставки ЖКХ России. И такой год у нас юбилейный получается, 365-летие. И в этот год разрешите еще всех поздравить с этим профессиональным праздником. От нашей отрасли, от работы нашей зависит жизнеобеспечение нашего города, комфорт, безопасность. Поэтому еще раз всех поздравляю и желаю успехов и удачи в нашем нелегком труде. В выставке ЖКХ принимает участие более 60 компаний из 6 стран мира. И я надеюсь, что эта площадка, это мероприятие станет не только интересным, но и полезным с точки зрения деловых контактов и обсуждения возможных перспектив. В октябре 2014 года мы открываем новый конгрессно-выставочный комплекс недалеко от аэропорта Пулково. Приглашаю вас на следующую выставку уже на новый комплекс, который даст нам принципиально новые возможности. Десятая международная выставка конференции ЖКХ России объявляется открытой. В рамках текущей выставки были проведены переговоры с администрацией города, с представителями регионов, с коммерческими структурами, что привело к пониманию и, надеюсь, к подписанию контрактов поставки детского спортивно-развивающего оборудования. Участие, конечно, на данной выставке очень нам полезно, потому что это позволило нам усилить наши позиции на рынке Санкт-Петербурга и региона, и не только, и за пределами, поскольку выставка является международным. Высокий интерес вызвали наши продукты, что позволило нам уже сформировать пакет заказов и в перспективе заключения ряда договоров с заинтересованными компаниями. Мы на выставке первый раз выставляемся, слышали про эту выставку и мечтали попасть на нее. Значит, очень большой ажиотаж в сфере ЖКХ, как раз наша компания в сфере ЖКХ работает и довольна самой выставкой. Разные регионы подходят, значит, представители ЖКХ, управляющие компании. Уже подписаны некие соглашения, намерения. Данные выставки, как экология большого города и ЖКХ, они очень полезны для молодых компаний, которые своей сферой деятельности проникают в обе эти сферы. Вот, среди которых является и наша компания, которая производит прессовое оборудование для всех видов ТБО. На данном форуме нам удается заключать сделки, знакомиться с новыми людьми, получать выгодные контакты, которые помогут в продвижении нашей фирмы в дальнейшем. Выставка стала больше, выставка стала интересней, приехало много региональных компаний, приехали зарубежные компании. Очень много было посетителей в первый день, сейчас второй, и тоже много посетителей. В общем, выставка подросла. Наша компания представляет светодиодную продукцию в Санкт-Петербурге, участвуем в выставке ЖКХ.
Очень рады поучаствовать первый раз, потому что очень много интересных контактов с разных регионов компании и представителей жилищно-коммунального хозяйства. В дальнейшем планируем принимать участие в подобной выставке, потому что очень удачно она для нас оказалась в плане развития.